Сейчас сижу, размышляю о том, что произошло. Какая-то, знаете, безнадега вообще на самом деле. Вот почему так это все происходит? Поисково-спасательный отряд у меня находится именно в ведении администрации Кемеровской области. Вот я бы хотел, чтобы люди, которые могут повлиять на ситуацию, как-то подзадумались над этим. То есть зачем вот это вот бумажно что-то доказывать как-то, когда, ну просто вот, это же на глазах происходит, и все мы жители, все мы, не дай бог, вот произойдет это с кем-то из работников администрации Кемеровской области, да, вот техногенный завал, все мы не застрахованы, бах, и дом обрушился, бах, и теракт произвели какой-то, а там ребенок, вот, человека, который может повлиять на ситуацию, или сам человек, который может повлиять на ситуацию. И приезжает такой кинолог с собакой, да, у которой рефлекс уже загас. И он не был сделан, потому что он не понимает. И он просто не сможет вас найти, и спасатели будут грубо работать, и вы будете живой там находиться, да, а плита вас задавит, потому что собака вас не обнаружила. Поэтому задумайтесь над этим. Вот просто задумайтесь над этим. Все мы можем попасть в такую ситуацию. Пытаешься сделать. Вкладываешь душу, средства туда. В общем, все, что есть у тебя. Никому это не надо. Вот сидит директор и начинает одну и ту же песню. Понимаете, ему же главное что? Чтобы по бумагам все сошлось. Вот, сейчас. Вот опять та же самая песня. 4 человека на 2 собаки. Вот, ну не понимает человек. Ну что теперь сделать? Но зато у него по бумагам все в порядке будет. Он сейчас людей, которые не хотят этого делать, да, то есть не хотят они быть кинологами. То есть, ну это ответственность, это занятие с животными опять. Отправят на месячные курсы. Ну вот у Карпича есть эти месячные курсы. И что толку? Нету желания у человека. И все. Тут весь смысл заключается в том, что человек, который работает с собаками, да, то есть это человек, который должен их понимать. Вы можете 25 курсов закончить и ничего не понимать. Вы можете защитить дипломный проект какой-то, еще что-то сделать. И у вас будут стандартные схемы, математические какие-то расчеты. А здесь надо просто чувствовать животное. Вот в какой момент поощрить, в какой момент поддавить, в какой момент промотивировать, в какой момент закончить тренировку. Здесь... Это надо все как-то, как на уровне пальца, тактильно, вот так вот все это ощущать, для того, чтобы добиться результата. А здесь, ну, по бумагам, да, ну, будут у него, у этих, у 4 человек бумажки о том, что они закончили. Бумажки, я по-другому сказать не могу, именно бумажки. Мое мнение то, что не надо человеку бумажек этих, а надо то, чтобы у него было желание. Когда появляется желание... Тогда приходит то, что ты начинаешь дополнительную литературу какую-то читать, обращаться к специалистам каким-то, которые тебе прямо вот на практике будут показывать, что вот здесь, вот он момент, вот он, да, вот здесь сейчас, обязательно кликни о том, что вот надо поощрить собаку, пусть дистанционно, именно дистанционно. А вот здесь вот, ну-ка влево пройди, ну-ка влево, 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 да, ну-ка, что он вперед забегать начал. То есть это все нужно как-то пальчиками ощущать, это все чувствовать, а не иметь бумажку. Вот люди распоряжаются бюджетными средствами, да? Выделили какую-то определенную сумму на развитие кинологической группы. Ну, допустим, на развитие кинологической группы. Вот сейчас будут выброшены на ветер средства, то есть людей отправят, пусть они там по 10, по 15 тысяч стоят, да, эти курсы. А человеку не надо это, ну, он не для этих целей пришел. Он уже, ему уже под 50 лет, да, его отправляют как бы на месячные курсы, чтобы он кинологом был. А он не хочет уже туда идти. Я не знаю. Когда-нибудь у нас справедливость наступит? Нет, а? Когда вот у нас пенсионеры будут на пенсии находиться, да, а заниматься тем, что должны делать молодые, да, и стремящиеся к чему-то люди, вот не будут задвигаться куда-то в сторону. Тогда, может, у нас все получится, а? Как вы считаете?
Я считаю, что именно тогда это все и произойдет. Сейчас корреспондент мне про какие-то подделанные документы начал задавать. То есть, понимаете, вопросы? То есть, там уже очернение идет. То есть, уже начинает на меня потихонечку помои выливать. Для чего? Я не могу понять. Вот жители Кузбасса, вот они вот... Вот я не знаю, вот знают об этом, не знают об этом. Они, да, вот приехал человек с собакой. Какой собакой? Подготовленный. Он же не вникает в эти все детали. Сейчас мне рассказывают, что собака у меня без проводника работает. То есть, как бы, все-таки Рик поисковик, да, что вроде, ну, это до меня доходят эти слухи, что проводник там нужен только для того, чтобы привести собаку. Вот он. Но это же этот рефлекс надо поддерживать. Его надо развивать. Хорошо, что он не угас сейчас, да. То есть чисто на послушке он не слушает человека, а на поиске он замотивирован. Так эту мотивацию потерять нельзя. Это надо, вот чтобы это все поддерживалось, правильно выстраивались тренировочные мероприятия какие-то. Ой. Надеюсь, когда-нибудь перемены произойдут. Когда мы поймем, задумаемся. Для чего все происходит? Для чего мы это делаем? Руководители тоже поймут. Ну, я понимаю, там генерал-майор, да, он человек системы. То есть, и он не может, действительно не может там принимать какие-то кадровые решения. То есть, он на федеральном уровне находится, Министерство чрезвычайной ситуации, то есть, это ведомство России, да, а Кемеровская область, это... совершенно отдельное государство. Поисково-спасательный отряд у меня находится именно в ведении администрации Кемеровской области. Вот я бы хотел, чтобы люди, которые могут повлиять на ситуацию, как-то подзадумались над этим. То есть зачем вот это вот бумажно что-то доказывать как-то, когда, ну просто вот, это же на глазах происходит, и все мы жители, все мы... Не дай бог, вот произойдет это с кем-то из работников администрации Кемеровской области, да? Вот техногенный завал, все мы не застрахованы. Бах, и дом обрушился, бах, и теракт произвели какой-то. А там ребенок, вот, человека, который может повлиять на ситуацию, или сам человек, который может повлиять на ситуацию. И приезжает такой кинолог с собакой, да, у которой рефлекс уже загас. И он не был сделан, потому что он не понимает. И он просто не сможет вас найти, и спасатели будут грубо работать, и вы будете живой там находиться, да? А плита вас задавит, потому что собака вас не обнаружила. Поэтому задумайтесь над этим. Вот просто задумайтесь над этим. Все мы можем попасть в такую ситуацию.